разрядилась. Аккумуляторы 8 ампер часов 36 вольт. Был заряжен до 40 вольт. Чтоб циклов побольше было. Не полностью был заряжен. Теперь посмотрю, насколько его хватило. Он теперь не включится. Мамас его отключил. Осень, очень много дождя, поэтому эти мрозговики очень помогли, думаю. Там и по болотам ехал всяким, по лужам. Но это колесо как бы и хорошо, что ее не нужно никакого присмотра, ни подкачивать, ни насос с собой возить. Но с другой стороны, накат очень слабый. И того, что оно узкое сцепление, очень большое и слабое. Я когда возле реки ехал и боялся ехать возле реки, там по скользкой дорожке мог листьев было соскользнуть в реку. Можно было. Потому что оно скользит. Того, что площадь маленькая, она скользит, и тем более без шипов никаких, без колючек, таких бугорков. И тут этот блатник у меня был там слетевший, когда там я упал как бы сим. Я думаю, он тут не такой важный, как сзади. Сзади он. Вот тут он будет на спину брызгать. Везде. А тут он, если будет брызгать, он вот тут будет брызгать. Тут он не такой важный. И тут ты видишь, где он брызгает, и можно как бы регулировать. Поэтому тут, я думаю, было бы лучше поставить 6.2.2 покрышку на 47 или 28 на 1.75. Она было бы сцепление лучше, накат лучше. Но главное, этой покрышки недостаток. Но она что? Очень жесткая, когда холодная. И она... Главный недостаток — ее накат маленький. Если бы она была бы немножко пошире, пусть она была бы и тяжелее, но она бы зато бы шире площадь, было бы пятно контакта и был бы лучше накат. И тогда, может бы хоть он вес пожертвовать, вес большим ради того, что не нужно никакого ей присмотра. Может, было бы и оправдано. Теперь очень нехорошие накаты. Это все плюсы убирает, уничтожает. Тем более, здесь нельзя в какой-нибудь такой камень врезаться, потому что очень сильно как бы бьет по лобу, по всему, по рукам. Нужно притормаживать, где какие-то маленькие даже горки, а где там велосипедная дорожка была из плиток, так очень сильно трясло. Обычно покрышка
пошире бы так не трясло. Но главное это накат. Поэтому все тяжело ехать, когда разрешается. И на батарее меньше приедете, где-то на 20-30% меньше будет с ней дальность из-за худшего наката. Ну и плюс она так по рукам бьет по всякому. Ну, возможно, если ее там лучше усадить, ее снять, там изолентой замотать, чтобы и потом ее надеть, чтобы она как бы плотнее была, тогда она не так бы сжималась. И накат немножко бы улучшился. Буду заряжать этим блоком питания. Самодельным. Уже подъезжая к дому, он разрядился. Я немало на ногах ехал, на педалях, потому что я поехал там, где не запланировал ехать. И поэтому, если бы я на педалях не ехал, мне потом бы было очень бы тяжело ехать под горку. Три вольты. Вот 169 ватт-часов. Так-то на 288 должна дать, но когда я где-то ее, наверное, реально емкость где-то 250, но когда она еще новая была, а теперь-то не знаю какая. Если бы до 42 вольт зарядил, не знаю бы сколько она бы имела емкость, может быть, где-то 220 уже, потому что несколько подеградировала.